Пьянство на дорогах – одна из самых главных проблем для сотрудников ГИБДД. Ведь дорожно-транспортные происшествия с участием нетрезвых водителей, как правило, имеют очень тяжелые последствия. В минувшие выходные в Московской области состоялось оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Наш мобильный репортер наблюдал, как проходит акция в Ленинском районе. Сотрудники госавтоинспекции останавливали водителей, проезжавших мимо станции Расторгуева. Главной задачей было выявление тех, кто сел за руль в нетрезвом виде. Но также проводили проверку и на предмет других нарушений. За 2 часа работы в субботу вечером инспекторы остановили более 200 автомобилей. Водители с пониманием отнеслись к просьбам предъявить документы, а иногда и открыть машину для досмотра. Извините, как вы вообще к проверкам на дороге относитесь? Да нормально. Надо поверить, святое дело. Надо отметить, что подобные мероприятия стали проходить регулярно, и частота выявленных нарушений заметно снизилась. За время данного рейда водителей в нетрезвом виде обнаружено не было. Других серьезных нарушений также не зафиксировали.